я был в таком восторге, в таком, не знаю, как это сказать даже. Но у меня было просто какое-то счастье, что Федор нокаутировал, Федор именно в такой манере, ну, деклассировал соперника. И у меня было после боя, а потом пришел в раздевалку, сел. У меня такое было опустошение, потому что вся команда подралась, все выиграли. И я был, ну, настолько счастлив, что даже не знаю, как это объяснить словами. Ну, не знаю, бывает такое в жизни. Прекрасные эмоции. Я очень рад, что Федор выиграл. Ну, я приблизительно так и думал, что Федор должен, если все хорошо складывается в нашу пользу, то Федор должен выигрывать в первом раунде. Так все и получилось, слава богу. Похоже, вот был бой Федора на то, что было в тренировочном лагере там с его стороны. То есть были ли моменты, вот, может, момент нокаута? Да, Федор, ну, отрабатывал эту комбинацию правый-левый-правый, и она сработала. Но с левшами она часто срабатывает, эта комбинация, потому что, как бы, ну, есть такое мнение бытует, что левши не видят правую руку. И тут Федя сделал все красиво. Он сделал с уклоном навстречу и жестко. И это, конечно, очень круто. После вот того, как бой закончился, подначивал ли тебя кто-то? Ну, типа, так, ну, по-доброму, естественно. Типа, что вот с Тимати получилось 25 минут, Федор так быстро. Федор, с победой. 4 месяца назад ваш ученик Валентин Молдавский дрался с Тимати Джонсоном. И за 25 минут боя этого он стал чемпионом. Сегодня вы за 106 секунд решили вопрос с Тимоти Джонсоном. Скажите, вы выбрали этот бой, чтобы показать Вадиму, как надо было быстро его забрать? Валентину. Валентину, простите. Нет, ни в коем случае. Просто он, ну, наверное, Тимоти чуть лучше подготовился к Валентину. А мне чуть больше повезло. Как вот на пресс-конференции? Не, ну много кто что-то говорил, но мне, если честно, это все равно. Главное, что Федор выиграл. Я очень рад. Были моменты, когда... Я надеялся на это, что он выиграет именно так. Потому что долгая дистанция, я не настолько уверен. Но вот и в этом плане я очень рад, что именно так получилось. Уверенно. У Федора просто, ну правда, есть вот удар, чуйка. У меня такой чуйки нет. Сразу скажу, я надеюсь, она будет, но вот он правда чувствует, он умеет поймать этот момент, и вот он это сделал, просто опыт. И вот вы там говорите, бой с Бейдером, с Митрионом, там были определенные ситуации, где, ну, было чуть-чуть все не так. Если вы посмотрите бои, передвижение и все остальное, сейчас в этом бою он двигался, и все это было по-другому. Я думаю, в сегодняшней форме, в которой он был, 90% вероятности он бы выиграл и Бейдера. Ты какого соперника сейчас хотел бы видеть для Федора? Если честно, после сегодняшнего боя, не знаю, мне кажется, Федя может и с Бейдером, и, ну, точнее, и Бейдера выиграть, с Бейдером подраться, потому что, если честно, я вообще настолько был в шоке от происходящего, потому что такой соперник тяжелый. Валентин с ним подрался 5 раундов. 5 тяжелых раундов. Каждый раунд там он забирал, грубо говоря, обдумывая с головой, по очкам там. А Федя просто вышел и нокаутировал его. И я даже не знаю, после такого боя можно любого выставлять и может любой получить. Потому что, во-первых, Федор очень сильно готовился к этому бою. И мы видели, как он готовился. Он готовился рядом с нами, в одной обойме, можно так сказать. Так что, когда Федор тренируется так, ну, я не говорю, что он там тренировался в прошлой подготовке плохо или что-то. Но он тренировался в Голландии, и мы не видели, что он там делал. А когда приходишь в зал в 10 утра, а Федя уже с 9:30 там тренируется, как бы иногда внутри что-то ёкает и сжимается, думаешь, блин, вот так вот. Вот есть какое-то объяснение, за счет чего он смог набрать такую хорошую форму, несмотря на то, что он стал старше, чем был с Митрионом на целых 4 года? Ну, наверное, я думаю,
правильное. На сколько года? Уже на 4 года получается. По последним сбоям с Метрионом, то был в 2017 году. 17? Да. Боже. Даже 4,5. 17, да. Ну. Ай, да, как вам сказать. Ну, чуть-чуть мы поменяли систему подготовки. Есть определенные нюансы. Но я вам не скажу. Но в этот раз он не ездил в Голландию, в этот раз он тренировался. Он с нами тренировался. И наверное... все сработало, да. Наверное, ничего вам не скажу, но вы правильно мыслите. Смотрите, а что творилось в раздевалке вообще после победы? Хаос. Ну все, я своего брата привел сфотографироваться с Федором. Все нормально было. Что ну, просто говорил. Насчет чего? Насчет своего боя именно. Ну, допустим, он... Чего ходит... сказал, что... Ну как, ну у нас как бы дружеская обстановка, понимаете, там у нас любое общение, он все равно... Это, а, ты там 25 минут, а я вот сейчас вот... Я его уделаю, да, вопросов нет, тебе там вызов брошу, ну и что-то типа такого, ну все. Вот, кстати, вот насчет вызова, то есть у тебя сейчас временный титул, титул у Бейдера, но понятно, что всем было бы интересно увидеть реванш Федора с Бейдером, то есть чем быстрее, тем лучше, я думаю. Что делать? Ну, смотрите, по рейтингам понятно, что я первый претендент. Тимати был второй. То есть Федор сейчас занимает место Тимати, он второй. Я первый, Бейдер чемпион. То есть по рейтингам понятно, что я типа должен драться с Бейдером. Но учитывая авторитет Федора, конечно, он может в любой момент сказать... Бейдер. И все, и будет Бейдер, поэтому. То есть ты готов отпустить, ему уступить? То, как бы... Во-первых, если он так решит, у меня не будет выбора, это что-то самое главное. Но я так думаю, скорее всего, я подерусь с Бейдером изначально, а потом Федор подерется с Бейдером. Я так думаю, я не уверен, это мое предположение, что я подерусь с Бейдером. Дай бог, я забираю пояс, и потом Федор дерется с Бейдером. И это, наверное, будет как прощальный аккорд. Это мое мнение. Но я не знаю, возможно, там у Федора и у Кокера другие планы. Поэтому, ну, может, еще карьера будет продлеваться. Ну, как вы сегодня увидели, ну, форма, в принципе, ну, при правильной подготовке у Федора просто, ну, все великолепно. Просто правда, вы насчет Митриона и Бейдера не знаете многих моментов, которые, ну, влияли на форму. Ну, ты сможешь хоть какие-то нет, раскрыть? Нет, какие-то вам не раскрою, просто, ну, было не все так хорошо, как требовалось бы. Понимаете, ну, все как нас воспринимают. Бойцы, ты вышел, ты готовишься, все. А бывают какие-то моменты, которые тебя, ну, когда тебе вообще не до боев, а тебе надо драться, потому что это твоя работа. И ты выходишь и дерешься, потому что вот у тебя дата... А ты вообще не про бой думаешь, потому что, ну, другие вопросы есть. Если вот Бейдера оставить за скобками, а есть ли кто-то из потенциальных соперников, вот кого бы тебе было интересно посмотреть с Федором, например, ну, в каком-то таком бою, тоже, может быть, прощальным отчасти? Я точно, мне ничего никого не интересно, честно скажу. Ну, мне, я Федора воспринимаю уже очень давно как старшего товарища, друга, поэтому... Там, с кем он выберет, с кем захочет, пусть им и дерется. Ну, то есть, для меня, ну, раньше, да, возможно, когда только в единоборство пришел, да, это было там, о, Федор, там. А сейчас, когда это мой друг-товарищ, для меня это, ну, его желание. Он, слава богу, он имеет уже возможность выбирать, как и когда закончить карьеру. Это очень круто. То есть он может, ну, как хочет, с кем угодно, как угодно, слава богу. Но, типа, там, с кем, я не знаю, у меня таких мыслей нет. Как он решит, так и будет.